Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан, и продолжаю играть в замечательную игру Don't Starve. Дополнение, морское дополнение, назовем это так. Ну что ж, поехали дальше. Продолжаем играть за... На этот раз Дженнифер у нас героиня. Так, и с чем мы ее оставили? Мы ее оставили... Да ни с чем мы ее не оставили. Так. Спасибо за ваши комментарии. Если я не забуду все комментарии, я буду делать то, что ну, ребята советуют, пишут вообще. Еще раз спасибо. Но я могу забыть. Куча песка. Я забыла, куча песка на лопаткой копается. Давайте посмотрим. Лопатка. Ага, нужно. А, ну мне машину, да, нужно. Нужно золото, золото. Ладно. Что у нас есть? У нас есть... Нам надо покушать. А, так. А что-то ребята говорили, писали, что... А, в общем... Да, камешки можно такие лучше собрать. А другие камешки там... На них... Как они называются? Ну, ракушки, не ракушки, но в общем их можно кушать. И лучше тогда их не... Ну, киркой их не разбивать, да? Потом еще про кустики говорили, что нам нужно навоз найти. Так, давайте я посажу... Да я раз я сказал, посажу дерево. Возьму дерево, вот так вот. Нужно нам уже... А, так, плотик мы можем строить? Плотик мы... Вот. Плотик мы можем, но не это. Нам нужно, да, нам нужно золото. Ребята, и это... Вот, смотрите, ракушки. Это, типа, можно собрать их. А, больше нет места. Да, больше нет места. Хорошо. Больше нет места. Ладно, пусть нас съест. Подожди, съешь. Так, а где эти ракушки? А, вот они. Пчелы, пчелы, интересно, нас кусают, нет? Ладно, сейчас попробуем сделать плот, что ли. И поехать. Нужно золото, иначе машину... Машину. А, вот эти. А у меня она не влезет, да? У меня, наверное, не влезут. Ну-ка, сейчас посмотрим. Камешки влезут, не влезут. Ну, что-то влезло пока все. Так. Ладно, может быть, отсюда сейчас поплывем, а? Так, ну давай, скушай пока. Пока так, скушай. Вот еще камешки. Вот если бы золото найти, было бы замечательно. Я, конечно, там ловушку оставил, но фиг с ловушкой. А может, мы пешком дойдем, где золото сейчас? Кто его знает, ребята? Может, дойдем пешком. Так, может быть... Нет, у нас нету места уже. Да, нету места. Нету места, места нету. Что же бы... Так, нам нужно как бы сделать этот самый... Ну, вы поняли. Рюкзук. Рюкзук, рюкзук, рюкзук. Ловушка есть, удочка. Конструкции. Сундук, рюкзук. Нет, нам нужно золото, ребята. Давайте будем искать все-таки... Будем обходить пока пешочком. У нас даже нету... Некуда положить ничего, понимаете? Приходится вот так вот есть. Приходится вот так вот есть, все не жареное, потому что... Потому что нету места.
не знаю, цветочки. Это, вот ничего не входит. А чего у нас сколько много-то? А, у нас ракушки. У нас много всего. Нет, нет, нужно золото. Давайте. Разве что только ягодки будем собирать. И пойдем. Ну, и еще то, что вмещается. Тут веточки вмещаются еще. Веточки вмещаются. Трава вмещается, трава вмещается. Вот это пока будем собирать. И здесь мы уже обходим, обходим. И нету золота. Скорее всего, на следующем озере. В озере, говорю. На следующем острове. Так, подожди, здесь... Мне сказали, что можно собрать, да? Скушаем. Но это не золотое, не золотое. Так, идем ниже, но все-таки мы еще можем пройти. Можем пройти, посмотреть. Но я такое ощущение, что, наверное, надо будет плот делать. А, где же золото-то? Где же золото? Гриб. Так, ягодки. Пока, ладно, пока ягодки собираем. А! Нет, паук нам. Пауки нам. Не нужны. А, пауки. А! А чё тут как-то это, много всех? Я что-то не понял, ребята. Чё как-то осмотреть? О, давайте посмотрим. Так, ладно. Давайте сделаем... Костерчик. Положим сюда дровишек. Давайте ягодки пожарим. Пусть они у нас будут жареные. Пусть они у нас лежат жареные ягодки. В принципе, можем так. Вот это чтобы место тоже не занимало. Приготовим. Съедим. Можно, конечно, ягоды съесть. Нет, дальше не дают уже. Зря съел ягоду. Эх, семечко тоже место сейчас будет занимать. Место занимать. Все это будет у нас. Что же делать-то? Придется пешком придется искать. Там вот монстры, там что столько там этих монстров, я что-то не понимаю. Почему? Почему их там так много? Так, а у них же есть зажигалка, и она может в темноте, ну-ка. Во, она может в темноте ходить. Ей не страшно. А зажигалка тратится? О, зажигалка не тратится, круто. Круто. Зажигалочка не тратится. Ну что, я думаю, время пить чай. Время путешествовать. И поплывем, наверное, куда-нибудь вниз с надеждой найти там золото, потому что здесь его не видать, ребята. Я не знаю, насколько, кстати, вот этот плот, который не очень. Чтобы этот плот... А, смотрите, чтобы сделать этот плот, нам нужно вот эти веточки и бамбук. Да, но что-то я вот чего-то... Давайте на такой плот пока прыгнем. Я понимаю, что он может быть утонуть можно на нем. Так.
Пытаемся вниз. Угу. Здесь этот самый море. Море-океан. Море-океан. Да. Нету никакого острова. Нет. Давайте я тогда скушаем. Скушаем. И возьмем эти водоросли все-таки, чтобы не зря тут сплавали. Вот, водоросли — это хорошо. Но хочется островок. Да я чувствую, что на этом плато далеко не уедем. Так, ниже там опять это море. Я вот не знаю, на этом плато если через море поплыть, я думаю, мы потонем. Как еще не встречаются тут всякие хищные рыбы, я еще удивляюсь. Ну, в смысле, сейчас вот нам, вот именно сейчас не попадается. Водоросли — это хорошо, это значит, у нас есть пропитание. О, так, ну-ка. Так, это некий добыть. Кирка сломалась. Так, секунду, подожди, Дженнифер. Коралл, для чего нам коралл? Влажный коралл. Не знаю. Ну, видимо, для чего-то. Осмотреть. Приятные цвета. Не знаю, для чего коралл. Так, медуза, ты подай. Медуза, нормально все. Тут такие кораллы, да. Да, единственное, что хорошо сейчас в этом путешествии, мы, еще раз говорю, много набрали кораллы. Так, нет, нам водоросли набрали и кораллы. Ну вот для чего нам нужны ли кораллы, я, честно говоря, не представляю. Чем-то их набрали. Как бы посмотреть, для чего они нужны. То они мне место занимают в инвентаре, а для чего они, я не знаю. Будем надеяться, для чего-то нужного. Это же морское дополнение. Значит, как кораллы нужны. Так. А, у нас... Я понял, у нас плот постепенно этот. Ну, вы поняли. Постепенно... У него, видите, 130 жизни. Постепенно он... Что ж ты, Дженнифер, застряла-то, а? Так. Давайте что, давайте, знаете, пока еще есть время. Поплывем вперед. Ну как вперед? Вправо по карте. Сдается, у нас это путешествие... не принесло пользы. Хотя, может, где-то вот здесь есть остров. Остров... Так, ну это не тот остров, это остров, с которого мы приплыли. Можно, конечно, здесь где-то выйти. И что-нибудь пожарить эти самые. Можно попытаться дальше поплыть. В принципе, вечер, но у нас до ночи еще есть время. Эх, можно было через... море поплыть, но... Так, 120 уже хп, так скажем, у плота. Ну давай, островочек. Это все тот остров. Ну-ка, что там? А, там какие-то... О, как... О, ребята! Смотрите, какой-то плот. Поднять... я так и не понял, что это такое. Так, подождите. Нет. Скользкий ган. Это пистолет, что ли, какой-то? Ё-моё. Давайте ракушки бросим. О, они остались. Сесть. О, на бамбук. А это не мой ли это, как говорится, плод от того?
Я, слушайте, не знаю. Надо быстрее причаливать куда-нибудь. А с плотом повезло, ребята. С плотом нам повезло. Ладно. Мы тогда отсюда потом. Стой. Отсюда тогда выйдем. В следующий раз будем путешествовать. А здесь пока зажгем костер. Пока что. Пожарим водоросли. Они достаточно много восполняют. Это я помню еще с прошлого прохождения. По крайней мере, сейчас у нас на какое-то время проблем с едой не будет. Это уже хорошо. Это уже очень хорошо. То есть, видите, оно как добавляет. Во как. Только у нас что-то с рассудком не айс. Так. Что бы еще поделать, пока тут. Хотя она же может плавать, когда и ночь, да? Кораллы. А кораллы можно пожарить? Ну-ка. Нет. Набрали этих кораллов. Она же может плыть. Ну-ка, может она плыть с зажигалкой? Ну-ка, давай. А, нет. Не может, да? Не может с зажигалкой плыть. Ладно, с зажигалкой ты плыть не можешь. На этом спасибо, да. Что-то какие-то... Так, водоросли... Теперь мы те водоросли не можем подобрать, потому что эти водоросли... Да. Дженнифер, ну что, давай поплывем. Опять тут кораллы. Не знаю, мы их собираем. Для чего они? У нас занимают столько ячеек. Столько, как говорится, ячеек занимают. Ладно, не будем больше кораллы добывать. Давайте попробуем как-нибудь переплыть через море, что ли. Ой-ой. А почему у нас подожглось-то? У нас кто поджег? Я не понял, ребята, кто нас поджег? Я не понял. Наверное, это подожгла. Медуза, да? Медузная подожгла. Ну-ка, а вот посюда мы можем на другой островочек? Ну-ка. Так. Водоросли, ладно, нафиг водоросли. Так, тихо. Нет, не можем. Не можем. Ну-ка, а по морю, океану? Поплыть мы можем. 76. Я первый раз по морю плыву. Давайте огибать будем стараться тут. Огибать. Ну-ка. Какой-нибудь островок, какое-то мелководье небольшое. Небольшое мелководье. Ну, остров. Я верю, что ты появишься. Вот, мелководье пошло. Пошло мелководье. Вот, островочек какой-то. Фу, все, добрались до какого-то острова. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. А мы увидимся с вами в следующей серии, где, я надеюсь, мы найдем золото. Всем пока.